У Оксаны Самойловой новый виток жизни. Она поменяла импланты в груди и счастливо привыкает к новым формам после пластики. На самом деле мера была вынужденная. Каждые 10-12 лет это просто необходимо делать. Поэтому как бы не боялась мама четверых детей, пришлось ложиться под нож. Доброе утро. Сегодня прекрасный солнечный день. И я уж, честно говоря, собираюсь домой. Сейчас мне сделают перевязку и все. Я еду уже к деткам. Как быстро и легко все оказалось. Во второй раз все не так страшно. Через день знаменитость уже вернулась домой и снимала в сторис детей, которые гадали, а что же прооперировала себе мама? При этом муж Джиган, видимо, пока не в курсе, что импланты жене вставили чуть большего объема, чем были до этого, и пока постит вот такие вот картинки в сторис. Молодой мамочке отлеживаться дома некогда. Вместо недели постельного режима она уже через пару дней была остановлена службой ДПС по дороге в столицу из загородного дома. Чего ж там нарушила Оксана, неизвестно, но пару часов провести в ожидании ей все же пришлось. А теперь к главным новостям. Самойлова инвестировала в свою внешность и потратила на операцию почти 600 тысяч рублей. Зато тут же получила от мужа подарок на праздник, который называется просто так. А автомобиль за несколько десятков миллионов. Единственный такой в России теперь принадлежит Оксане. Но когда девушка говорит просто так, как будто все мы знаем, что это непросто.